28 мая, примерно в час дня, в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в одном из переулков поселка Никуличи странным образом передвигался автомобиль ВАЗ-2107 темно-фиолетового цвета. Дежурный патруль дорожно-постовой службы незамедлительно отреагировал на сообщение и в течение 10 минут задержал водителя легковой машины. Кроме шофера, в легковушке находились еще два пассажира. После нескольких минут общения инспекторам ГИБДД стало понятно, что все пассажиры, включая водителя, изрядно пьяны. Чуть позже управляющего автомобилем мужчину попросили пройти освидетельствование. Мужчина был доставлен на стационарный пост дорожно-патрульной службы, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,770 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. При проверке документов также было установлено, что данный водитель месяцем ранее уже допускал факт управления состояния алкогольного опьянения. Нахождение за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения практически всегда приводит к тяжким последствиям. Сотрудники дорожно-постовой службы призывают всех сознательных граждан сообщать о подобных случаях на дорогах. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии и сообщать обо всех известных фактах в дежурную часть полиции. Сотрудники ГИБДД напоминают автовладельцам, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.